Посмотрите, это цепь Нона. Она у нас тоже позолоченная, то есть серебро в позолоте и с алмазной обработкой грани. Тоже есть тот же самый блеск. Вы сейчас можете лично в этом убедиться. Посмотрите, сколько сияния, сколько переливов на этой цепочке. Итак, 699 рублей это стартовая цена, потому что у нас для вас есть варианты длины. Цепь Нона, что же это, собственно, за плетение? Плетение многим из вас, я думаю, хорошо известное, потому что это так называемая женская версия, женская альтернатива привычному плетению ромба. Посмотрите, как изящно и аккуратно сидит на шее. Вы сами можете в этом лично убедиться, насколько она элегантная. И действительно, если вы глядитесь внимательно, если вы представляете плетение ромба, вы можете здесь увидеть нечто похожее на плетение ромба, но здесь у нас более нежные сами звенья. Посмотрите, они закругленные такие, округлые, поэтому они такие вот аккуратные. Итак, 699 рублей это цена у нас стартовая, потому что у нас есть вариант длины 40 сантиметров, но это только начало, потому что есть еще 45, 50, 55 и 60 сантиметров. В общем, на любой вкус, цвет и кошелек. Как я вам уже сказала, за каждый шаг, допустим, то есть в 5 сантиметров вы платите на 100 рублей больше. То есть короткая 40-сантиметровая стоит 699 рублей, которая подлиннее на 5 сантиметров, то есть 45-сантиметровая стоит 799 рублей и так далее. Специальное предложение – это лучшее сочетание цены, качество и, конечно же, выгоды. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь аккуратный замочек-карабинчик шириной практически саму цепочку. То есть это самый надежный замок, но здесь он очень здорово, аккуратно выполнен. Не часто встретишь, чтобы карабинчик был такой изящный. Так, здесь же у нас на колечке имеется проба, клеймо завода-изготовителя. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Все пробирные отметки у нас в наличии. Я хочу также обратить ваше внимание на то, что у нас эта цепь, обычно, конечно же, когда она не является нашим супер-спецпредложением особым, стоит гораздо дороже. И это понятно, потому что на вид отличить ее от золотой просто невозможно. Вот так вот, глядя на эту цепь, на шее, допустим, вы никогда не подумаете, золото или серебро, у вас даже не возникнет мыслей сомневаться на тему того, что цепь у нас золотая. И поэтому она стоит гораздо дороже. Но поскольку у нас специальное предложение, поскольку у нас праздник, у нас такая доступная цена. И знаете что, мне сейчас из колл-центра подсказывают, что у нас опять множество звонков. Ну, я уж даже не знаю, сможем ли мы найти еще какое-нибудь специальное предложение, если вы раскупите все цепи. Да, конечно, сможем, но посмотрим, насколько быстро эти цепочки закончатся. Отметьте, пожалуйста, тот факт, что цепь плетением Нона смотрится очень хорошо и сама по себе. Но при этом, это я вам гарантирую, сейчас можете включить фантазию и представить, она будет очень нарядно выглядеть в сочетании с другой с любой другой подвеской, в принципе, с подвеской, причем подвеска может быть как религиозного толка, так и светского характера. Вполне вероятно, вы даже уже представили, с какой своей подвеской вы бы надели эту цепь. Посмотрите, цепь выглядит у нас буквально как шелковая нить. Вы видите, насколько она податливая, насколько она мягкая, ничего не топорщится. Если вдруг вы очень активный, подвижный человек, и у вас порой переворачивается, топорщится цепь, в данном случае таких проблем у вас не будет точно. Также я хочу ваше внимание обратить на то, что цепочка у нас принимает сама форму. Ну, то есть буквально я свожу ее немного дугообразную форму и придаю, и она ложится на тело. В этом-то и прелесть. То есть она спокойно ляжет на ваше тело, она вас украсит. Не нужно будет постоянно бегать к зеркалу, ее переворачивать, приминать. Я знаю, есть такие цепочки, с ними очень много проблем. Украшение должно вас радовать в первую очередь. Вы должны выглядеть в нем нарядно, уверенно, благородно, а не думать о том, а как же оно село, как же лежит, и постоянно искать зеркало или где-нибудь свое отражение, чтобы поправить украшение. Вот я считаю, что идеально можно назвать то самое украшение, которое и выглядит нарядно, и при этом сидит очень удобно, то есть практичное изделие. Напоминаю, что предложение, цена только сегодня актуальна, только сегодня, а значит до полуночи. Я это особенно подчеркиваю. Если вы впервые смотрите канал Шопен Шоу или первый раз решили сделать у нас заказ, вы должны быть в курсе. Только сегодня до полуночи эта цепь стоит 699 рублей. После цена изменится. Ну, если, конечно, после у нас останется хотя бы одна цепочка. Обратите еще раз внимание на блеск и перелив. Меня он впечатлил сразу же, как только я эту цепочку увидела. Вот лично я первым делом обратилась
обратила внимание именно на эти переливы. А вы, вот вы смотрите на эту цепочку, какие у вас возникают ассоциации или мысли? Мне кажется, что вы наверняка представляете, с какой бы своей подвеской вы надели эту цепь. Ну что ж, еще раз напоминаю, что цепь Нона — это наше специальное предложение, это цена, актуальная сегодня до полуночи. Это цепь, которую вы можете приобрести сегодня с максимальной скидкой, а значит, надо поторопиться.